Вот невестка Надя нам сообщила, что они все уехали в деревню Старые Мёдыши пожить в коттеджном поселке Сказка. Смотрим. Приехал в Старые Мёдыши внучок в слезах. Но коттедж забит, он в котором будет жить. Его от слез отлег. И хотя я знаю, что мои дела ожидает крах, но лишь тебе за неспособность людям объяснить, что любовь, в общем, дар прекрасное увидеть. Предъявляю я упрек. Вот деревенька Старые Мёдыши. Оля! Снимай! Мама, возьми телефон, снимай. Ты включила? Да. Дочь, подержи, пожалуйста. А вот коттедж, в котором вот будет мы приехали. Внучок пару дней проведет. Кто так приближает? Интересно, сколько таких коттеджей в этом поселке Сказка. Какой там снеговик. Где? Вон. Да, сугробы. Деревня завалилась снегом. Марине по пояс. А двухэтажный дом? Одноэтажный. Отапливается электричеством. Ну, может, там какой-то скрытый. Коттедж. Вот внучок и успокоился уже. Лёша, тыка-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 
Да. Интересно.